Всем привет, меня зовут Юля, и сегодня я решила вам снять тег-видео, надеюсь, что вам понравится, и я вернулась, да, я никуда не уходила, кстати, просто напоминание. Hello? Hey, I really can't talk right now, can I call you, like, in, like, 5 minutes or something? Yeah, like, I'm filming a video, really busy. Yeah, for YouTube. Okay. It's emergency. Well, can I just like wait like 5 minutes or like I don't know 2 minutes? Just like I need time, okay? I'll call you back. I promise. Okay. Bye. Say hi to my Russian friends. Okay. И сегодня я решила снять the common white girl tag или проблемы белых девочек или мальчиков вообще людей проблемы белых людей. Какой твой любимый напиток в Старбаксе? Мне нравится все в Старбаксе. Кофе это или white chocolate mocha, что угодно. Если вы мне принесете Starbucks, я буду вам благодарна. Я знаю многих девочек из моей школы, кто утром сразу едет в Starbucks. Они проснутся, умоются и в Starbucks. Это как не утрешнее дело, которое должно быть сделано. Как долго ты собираешься утром? Я собираюсь, наверное, за 10 минут, потому что я не крашусь в школе, и я лучше встану, умою, все сделаю и пойду в школу. Я не хочу тратить 30 минут, чтобы краситься, поэтому я лучше посплю подольше. Сколько селфи ты берешь каждый день? Если я красиво одета, у меня красиво волосы сделаны, и я такая вся красавица, то тогда я, наверное, сделаю 100, ну, по крайней мере, много. Потом я удалю половину, потому что я буду или плохо вышла, или глаз закрылся, что-то угодно. Так. Потом, в конце концов, у меня останется одна, и я буду на нее смотреть, и потом, блин, плохо вышло, я опять ее удалю. Сколько у тебя followers на Инстаграме? У меня, сейчас скажем вам, у меня 3571, если вы захотите, подписывайтесь на меня. Как часто ты говоришь LOL или OMG вслух? Я в основном пишу LOL и OMG, но не говорю это вслух. Если я говорю, то я буду говорить «Oh my gosh!» Но не лол, потому что это звучит странно. Одеваешь ли ты одинаковые вещи больше, чем один раз? Нет, я одеваю вещи и сразу их выкидываю, потому что зачем их повторять? Конечно же, да! Конечно же, да! Потому что у меня нету вещей на 365 дней в году. Разных. Расист ли ты? Нет, я не расист. Я буду вашим другом, несмотря ни на что. Сколько у тебя твитов? Ноль, потому что у меня еще пока нет твиттера. Инстаграм, твиттер или тамблер? Я выберу Инстаграм, потому что у меня нету ни Твиттера и ни Тамблера. Что ты делаешь большинство твоего времени? Я в основном в школе, или на танцах, или на русском радио, или дома снимаю видео, редактирую видео, или делаю домашние задания. Или кушаю. Как же я это забыла? Кто твои любимые ютуберы? Мне нравятся Bethany Mora, StillBabo9, Tyler Oakley. Мне нравятся американские и британские ютуберы. Шопоголик ли ты? Я бы сказала, что нет. В то же самое время я люблю покупать вещи. Я не знаю, мне кажется, люди должны смотреть на твой шкаф и думать, блин, у нее, блин, каждой одежды миллион, поэтому она шопоголик. Может быть, где-то я в серединке. Вот так, может быть, да. Сколько раз я смотрела Mean Girls? Мне этот фильм очень нравится. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите, он такой интересный. Я его смотрела раз 10, наверное. Он очень интересный, посмотрите его. Я его смотрела первый раз, когда мне было где-то 11 лет. До сих пор смотрю. Классный. Фотографируешь ли ты свою еду перед тем, как ты ее ешь? Нет. Красишь ли ты каждый день? Нет. Какие твои оценки в школе? Я получаю одни A, это 5, наверное, у вас. Поэтому A это самое высокое, поэтому это типа отличница. Как часто ты выглядишь презентабельно? Я надеюсь, что я это правильно сказала, потому что я считаю это на английском, и, наверное, презентабельно. Каждый день, если это то слово, которое я имею в виду, значит, хорошо так одета, опрятная, то каждый день, потому что я стараюсь всегда одеваться хорошо и не как просто прийти в пижаме в школу. Я надеюсь, что вы узнали что-то новое про мою внутреннюю белую девочку. Если оно вам понравилось, то поставьте просто пальчики вверх. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Я буду делать видео 2 раза в неделю. И оставайтесь такими же классными.